Экспозиционная бизнес-площадка объединила сразу две международные выставки. Это текстильное оборудование и машиностроение, и текстильная индустрия. Здесь собрались зарубежные партнеры из многих стран мира. В этом году свои новые технологические решения и ноу-хау проекты отрасли презентует 271 компания. Около 70 участвуют впервые. Продукция разнообразна, как и сама география участников. С обзором Саёра Адылханова. Легкая промышленность Узбекистана, в частности, текстильный сектор, в числе важных и динамично развивающихся отраслей национальной экономики. За эти 25 лет, по сравнению с началом 91 года, данная индустрия выросла в 120 раз и превысила показатель в 1 миллиард долларов. Предоставленные льготы и преференции для местных производителей позволили за короткий срок наладить в республике производство не только первичного звена, хлопчатобумажной пряжи, различных тканей, трикотажного полотна, но и готовых трикотажных изделий, а также полуфабрикатов для промышленности, отвечающим мировым стандартам и составляющим достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Текстиль-экспо Узбекистан на сегодня единственная специализированная выставка текстильного сектора с огромным количеством международного состава участников и посетителей. В этом году она проводится уже в 13-й раз. И международная выставка текстильного оборудования и машиностроения, отмечающая в этом году свою 10-летнюю историю. 4 павильона свыше 270 компаний из более 20 стран мира, для удобства и максимально эффективной и комфортной работы которых созданы все условия и специальные программы. В вашей стране я работаю не первый год. Вижу, как динамично развиваются и модернизируются сферы экономики, мощную основу которым заложил первый президент Узбекистана. Сегодня мы убеждаемся в том, что это был стратегически продуманный и мудрый подход. Рост индустрии наблюдается и в текстильном производстве. Сегодняшняя выставка – хорошая платформа для представления последних достижений в отрасли, местом встречи продавцов и покупателей, специалистов со всего мира. Проектов у нас много. В ближайшее время планируется открытие новой фабрики здесь, в вашей стране. Намечается открытие филиалов предприятия в регионах. Мы приехали из Китая, привезли сюда свою продукцию. Здесь у нас много партнеров, с которыми работаем долгое время. В частности, налажено тесное партнерство с производителями в областях, заинтересованы в сотрудничестве с Узбекистаном. Думаем об открытии в вашей стране мощностей. По мнению специалистов, привлекательность отрасли для иностранных инвесторов обусловлена множеством факторов. Среди них доступность и стабильность сырьевой базы, а именно хлопкового волокна высокого качества, цены на энергоносители, квалифицированные специалисты, развитая инфраструктура производства и логистики, системы финансовых и правовых услуг, емкие, неохваченные перспективные рынки сбыта. Эксперты отмечают, за последние годы в данном секторе произошли масштабные, качественные и количественные изменения. Я много слышал о текстильной индустрии Узбекистана. На мой взгляд, отрасль очень развита. Здесь мы впервые, планы огромные, уверены, что у нас хорошие перспективы в налаживании сотрудничества с местными производителями. Экспозиция выставки привлекла и лидеров текстильной продукции нашей страны. Много в этом году и дебютантов. Натуральные и синтетические пряжи и волокна, ткани и трикотажное полотно, домашний текстиль, мужская, женская и детская одежда, чулочно-носочная продукция, аксессуары и обувь. И это не весь перечень того, что здесь можно увидеть. Основные клиенты – это страны СНГ. Также у нас есть несколько перспективных партнеров стран Европы. Вот. Также мы планируем развиваться по всему миру. Планы амбициозные, но вполне выполнимые. На данный момент у нас в ближайшее время планируется запуск чулочно-носочного производства производительной мощностью 140 миллионов пар штук в год. Также мы планируем запустить в ближайшее время ротационную печать на новейшем оборудовании, которое будет позволять красить 4000 тонн изделий в год. Участвуем на этой выставке не в первый год. Стараемся показать себя, показать наши новые технологии. Очень большая коллекция. Каждую неделю мы выпускаем по новому дизайну. Надеемся на перспективу. Надеемся увеличить наши обороты, продавать на экспорт. На внутреннем рынке мы очень хорошо продаемся. Также сейчас стали хорошо продаваться на экспорт. Подготовительная и хлопкоперерабатывающая, предельная и крутильная, раскроенная и швейная, красильное оборудование, различные машины текстильного производства, программное обеспечение и мониторинг, техническое обслуживание. Именно такой выбор предоставляет выставка текстильного оборудования и машиностроения. Впервые свои стенды развернули здесь свыше 70 компаний, среди которых и представители из Республики Корея.
Для участия на сегодняшней выставке приехало 10 корейских компаний. На протяжении вот уже 10 лет мы являемся постоянными участниками экспозиции. Интересного много, есть на что посмотреть. Думаем, и в этом году будет много партнеров и подписанных контрактов. Плодотворное сотрудничество между нашими странами, в частности и в текстильной сфере, надеемся, будет продолжено и в дальнейшем. Еще одним важным моментом является то, что на выставке посетители смогут увидеть многие из машин в деле. Участники проведут мастер-классы для потенциальных партнеров. В рамках деловой программы пройдут презентации, B2B, встречи и переговоры. В течение 3 дней участники и посетители выставки смогут как ознакомиться с самыми современными разработками в сфере производства текстиля и текстильного оборудования и технологий, так и приобрести их, а также заключить контракты на продажу собственной продукции.